Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. 28-й день на дворе, и мы с тобой забираем два светлых янтаря. Так, замечательно. Ну что, сегодня я хочу попробовать поиграть, естественно, в события. Так, что это у нас тут? А, это же костолом, собственно, персоны. Так, ну что, мы его, наверное, отпустим. Пускай летит. Так, Беззубик, почему ты опять у меня ничего не ищешь? Так, подожди секундочку. Мы с тобой обычно делаем не так. Мы решили собирать на еще одного легендарного дракона. Поэтому нам нужно с тобой что? Искать, естественно, для него нужные нам элементы. Так, сейчас мы этих вначале отправим на поиски. Так, древоруб. Не понял я. А что это ты у меня ветрокрыл прохлаждаешься? Я понял почему. Потому что у тебя нет ресурсов, да, нужных для поиска нашего железа. Так и эти стоят без дела. Ничего себе. Это что за фокусы такие? Так, ну-ка покажи, что у тебя тут есть на обмен. Понятно, ничего хорошего. Жаль, очень жаль. Так, эти ребята у меня получают по уровню. Так, давай-ка мы, наверное, еще отправим, да? Так, лети. Что у тебя? Покормить. Блин, дорого ты стоишь по кормежке. Так, а ты? Блин, тоже. У вас что, одинаковый уровень? Нет. Но почему-то брюхоглот. Так, секундочку. Так, здесь нужно 67, а тут 75. Блин. Ну и что делать? Если я сейчас покормлю, я всю рыбу, так сказать, отдам им. Здесь 89 миллионов получили рыбы. Так, это древесина. Ага, у нас есть ловушка-лом, которую, кстати, дальше нужно прокачивать. Так, лети. Здесь забрали. Ой, погоди, погоди, чуть было не нажал. Конечно же, за рыбой мы его отправляем. Скалотряса за древесиной. Так, а вот у нас... Ну, шансов, конечно же, тут очень, ребята, мало, чтобы нам выпало прям вот перевод в титаны. Конечно же, нет. Таких попыток будет еще очень много. Так что пускай он идет дальше обучаться у Валки. Здесь заберем древесину. Так, тебя за рыбой. Вперед за рыбой полетел. Буйволот. 16 миллионов древесины он уже добывает. Так, поднять бы ему уровень не помешало бы. А, как бы это сделать? Ну-ка, так, 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 отлично. А, фу ты, ё-моё, тут на обучение 212. Я думал, что за один левел нужно 212 миллионов рыбы. Но тут древесина. Так, хорошо, пускай пока за рыбой летит. Пока. Где-то у нас еще должны быть. Так, забираем здесь рыбу. Отправляем дальше его на поиски. 47 миллионов рыбки ты мне принес, да? Модификрылка. Да, ты посмотри, чтобы поднять... Один лишь, даже не то, что уровень, а просто начать прокачивать. 128 миллионов, ты представляешь? Вот об этом, друзья мои, тогда я вам и говорил, что ну невозможно прокачать за одну заходку. Это сколько нужно делать, чтобы ему поднять только лишь один уровень, представляешь? Трэш. Пускай летит тогда уж за добычей. Так, здесь у нас что? А, ну да-да-да. Ворчунок. Вот ворчунка можно прокачивать пока смело. Он очень мало требует ресурсов. Так, вы что здесь стоите? Прохлаждайтесь. Быстро на поиски. Стоит он, мне тут жмется, понимаешь ли. Так, где твой второй друган? Покажите мне его. Так, господи, вот он. Отлично. Забираем и отправляем его тоже на поиски. Ну что, вроде бы как здесь разобрались, да? Всех отправили, кроме ветрокрыла. Давай за рыбой его отправим. Так, и мало того, что мне нужно с этими разобраться еще. Покормить. 44 миллиона. Блин, дорого ты мне обходишься, сарделька. Может быть... Кстати, да, по поводу поисков. Так, если мы с тобой хотим открывать нового дракона. Легендарного, да? То есть это нам нужен Великий Смутен, получается, да? По-моему, он. Так, для этого нам не хватает еще... Да дофига чего не хватает, если честно. Но я начну, наверное... Так, подожди-ка, здесь что нам нужно? Ага. Так, опять же нам вот эти вот надо, да, получается. Давай чуть подешевле. Так, 89 рун потратить. 80, так, подожди, сколько?
А, ну здесь я не могу, здесь нужно присоединиться. Ладно, пускай, ребят, летит. За 89 он ищет. Приключения. Блин, ну так неохота, ребята, тратить 200 рун. Трындец. Но зато сам видишь, что можно здесь найти. Ладно. Пускай летит. Что подешевле туда, пускай и летят. Ну-ка, а здесь? Ага. Нет уж, давай обычные. Так, Грамгильда, у тебя там что? По приключениям. Ой! Твою налево, я хотел просто... Я не туда нажал. Твою налево, а. 350 рун сейчас слил. Вот это да, ребят, вот это я лопухнулся. Жесть. Жесть какая-то, блин. Надо было на... Ишку нажать, а я нажал на отправить. Молодец. Так, хорошо. Теперь уже вроде бы как точно все. Все при делах, все заняты. Нам нужно теперь открыть пак. Давай-ка бесплатно. Так, руны. Это понятно все. Так, шепот смерти. Так, кто-то у нас здесь. Ага, шепот смерти. Ну, я думаю, что его надо отпускать. Потому что он у нас есть. Шепот смерти мы с тобой отпустили. Так, и тогда уже сразу рекламный глянем. Так, монетки Одина. И душитель кревет. Защитник. Все, что ли? Не густо, не густо. Ну, тогда заберем здесь награды. Так, тусклый янтарь. И, кстати, у нас последний день, друзья мои, сегодня. Сегодня последний день... Ой, что я делаю? Последний день месяца, так что надо тратить конфеты. Которых у нас не так уж и много на самом-то деле. Так, ладно, это я все заберу. Пойдем посмотрим, что у нас там в событиях. Сколько ждать? Так, открыть. Угроза злобной вандалы. Давай дальше проходить. Так, ну, в первую очередь у нас там будет пак разыгрываться. Это в ближайшие бои. Угу. Дымодышащий. Ну, с ним там мы быстренько разберемся. Ответочка, естественно. Блин, надо было броню ему понизить. Тогда бы мы быстренько бы его вырубили. О, четко. Так, а вот здесь у нас, да, незадача. Наверное, вот так сейчас. Броню. Так, сейчас он, ага, укус. Ну и я так думаю, мы его сейчас добьем. Его сейчас добьем. Потом будем разбирать уже вот этого. Минус. Погнали. Так, удар. Сейчас они вдвоем будут. Оу, надеюсь, никакой супер удар у тебя тут. Сейчас этот будет разбегаться, скорее всего. Видишь, полностью энергия заполнена. Ох ты. Слушай, ну это еще нормально. Я думал, он сможет бомбануть конкретно. Но все четенько. Так, ну что-то тут ударил, да, все-таки? Раз, два. Понижаем броню. Делаем укус. И на следующий ход мы его с тобой уничтожаем. Все, доигрался птичка. На тебе. Ну что, колесо у нас тут. Удачи, фортуны. И выпадает нам 125 миллионов древесины. Так, и продвигаемся дальше. Тут еще 250 конфет у нас будет. Окей. 250. Надо будет, кстати, глянуть, сколько мы вообще с тобой насобирали. Общее количество. Кстати, здесь уже, как мы видим, две волны. Начну я, наверное, с громобоя. Так, громобой разберем, а потом уже начнем лаварыга. Лаварыг, как бы, как мы знаем, такой ватный довольно дракон. Он чем-то, кстати, на ворчуна похож. Может быть, это разновидность дракона-ворчуна. Ну, как бы родич егоный. Или сородич. А, промахнулся. Так тебе и надо. Ну, что ты там пыхтишь? Понял. Так, давай-ка, наверное, вот так сделаем. На отхилочку возьмем. Двойная атака. Укус. Ну, что ты там пыхтишь? Понижаем броню.
и добиваем. Так, это только первая волна, еще вторая здесь у нас будет. Так, я вижу тройной удар, шторморез и костолом. Ну тут очевидно, да, что мы будем начинать с тройного удара. А уже потом с остальными разберемся. Ну что ты там пыхтишь? Ага. Так, костолом. Будет, наверное, бомбить. А, барсика. Решил все-таки барсика, да, мне ударить. Окей. Сделаем вот так. Ох ты, вжарил. Так, укусик. Это сейчас бомбанет наверняка сюда, да? Ну да, он бьет, у кого, ребята, естественно, меньше всего здоровья, того и начинает атаковать. Но опять же, это не всегда происходит. Так, это у нас страж. Против стража у нас эффективен именно кривоклык со своей имбовой атакой. Эти, видишь, намного меньше отнимает. Ну, понижаем броню, теперь все будет хорошо. Добивка. Отлично. Ну что, крутанем и заберем мы с тобой. Опа. Так, содержит новичков. Сколько там? 236? А, это у нас идет туда. На ящик плюс ареновский пак. Ну что ж, давай откроем. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Шторморез, громобой. Так, шепот смерти. И все. Раз, два. Два поединка, и мы с тобой забираем 250 конфет. Окей. Так, кто это у нас? Это у нас пристиголовый, собственной персоной. Поехали. Кстати, смотри, у нас с тобой 6 прилив сил и 2 груши. Это классно для последнего босса. Зайдет как нельзя хорошо. На тебе. Блин, сейчас вжарит, наверное, кому-нибудь. Точно. Вжарил. Так, здесь 2 волны, отлично. Так, мне не нравится, что делает громорог. Давай, наверное, отхилимся. Потому что у штормореза очень мало было здоровья. Так, двойная атака. Плюс понижаем броню сразу же. Даже не раздумываем и добиваем. Так, здесь у нас кто? Громыль. Ага. Злобный змеевик и опять же шторморез. Так, начнем, наверное, со змеевика. На тебе. С 3 плюшек мы его разбираем, прикинь. Так вот. А вот Громль, что Громль? Он у нас фейербольщик, да? Причем со стажем. Наверное, надо нам его как можно быстрее наказать. Ну, попытаться. Кстати, он сейчас будет фаербол выпускать. Вот что я тебе хочу сказать. На 3 энергиях сейчас вжарит. Ну, естественно. Еще и повышает себе атаку. А вот шиш тебе. Ничего у него не вышло, и, скорее всего, мы сейчас добьем с тобой шторморезы. Ах ты, все-таки уничтожил, ты посмотри, а. Бедный кривоклык. Но мы отомстим за него, все, ребят. Ну, давай посмотрим, что выпадет сейчас. Ага, рыба. 175 миллионов. Закрываем. Ну что, начинаются мини-боссики у нас. Поехали. Это, наверное, здесь. Хотя можно, в принципе, разрулить, даже не тратя нашу энергию. Наши всякие там приливы сил и тому подобное. Всего 2 волны. Но противников, как ты видишь, уже сразу 3. То есть это переломный момент, получается. Так, подожди. А что они такие? А, это же у нас шторморез. Я думаю, что надо начинать с фиола. Ага. Ты гляди, что творят, а? Ты гляди, что вытворяют. Так, громорог. Ну есть. Ну, куда же он может еще бомбить, ребят? Ну-ка, скрита. Е! Один минус. Так, а это сейчас будет, наверное. Слушай, он и стал делать почему-то супер удар. Почему, я не знаю. Бафать будет? Нет, он бафать не стал. Так, так. И получается. Получается добивка. Так, этот остается один. Слушай, у него уже, наверное, супер удар какой-нибудь будет. Я просто не хочу терять. Блин, выживем, нет? Как ты думаешь? Так, давай посмотрим. Синий против фиолов. Ага, минимальная атака, понял. То есть он выживет в любом случае, да?
Вон, что он делает. Ну что же, это нам в плюс, ребята, идет. Мы еще и отхиляться успеем. О нет, только не ты. Сейчас ведь они продолжат, мне кажется, сейчас уничтожать. Блин, ну давай сюда, я попробую. А может быть, прилив сил потратить один? Нет, не стоит. Не стоит, давай сделаем так. Тройной удар сейчас сходит. Отлично. Так, мы этого добиваем. А вот сейчас скалотряс. Кого он будет бомбашить? Барсика, понятно. Блин. Ну давай. Я сделаю так. И сразу же хиляемся. Черт. А ведь мог же сделать суперудар свой, отравляющий. Но он почему-то не стал делать. Зато сейчас этот, наверное, влупит. Да, 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 я понял. Бамс. Опять моего барсика бомбашат, а? Ты посмотри. Минус тройной удар. Так, что он сейчас? Кого будет кусать? Наверное, опять барсика, да? Ты гаденыш, а ты посмотри на него. Ладно, истребляем, короче, мы этого скалотряса. Все. Крутим колесо. Забираем с тобой древесину 125 миллионов и 250 конфет. Замечательно. Так, еще одна энергия, то есть мы с тобой переходим на следующий поединок. Но это уже заключительный на сегодня бой. Так, погнали. Нам главное успеть. Успеть пройти это событие вообще по факту, потому что там остается один день. Раз, два, три. С кого начнем? Наверное, с пестиголового я все-таки начну. Раз, два, так. Укус плюс понижение брони. Так, смотрим. Смотри, что творит, а. Да какое повышение атаки? Эй, парень, успокойся. Ну, громорок пока не страшен. Блин, а бомбит-то как, а? Ты посмотри. Так, начнем, короче, потихонечку. Так, залечиваем раны. Сейчас что-то сделает опять, да? Просто укус. Так, сейчас громорок сходит. Я тебя понял, парень. Добиваем. Так, понижать броню стоит? Думаю, что стоит. Потому что это страж. И его, естественно, лучше бомбить с пониженной броней. Посмотри, что творит, а. Ты просто посмотри, что он вытворяет. На. Все, схавали. Так, а здесь-то у нас что? Да почему они первыми-то ходят? Ну, сейчас, понятно. Я так и думал, ребята, что уничтожат. Блин. Раз, два. Секунду. А кто из них будет ходить? Красный, красный. Нет, тут лучше синий против красного. Давай так вот сделаем. Ах ты жучара, ты посмотри, что творит, а. На. Понижение брони сделал, прикинь. И, ой, понижение атаки он этого сделал. Блин, добить не добью. Плохо. Да ты заколебался своим огнем-то, эй. Сейчас уничтожит, мне кажется. Слушай, ну тут хочешь не хочешь, уже придется, ребят, делать вот так. Иначе фейл будет. Так, ну что, добиваем этого. Дальше надо все-таки нам, скорее всего, Костолома убивать, иначе он не отстанет от нас. Ух! Ты... Фига он... Ты посмотри, что он сделал. Да, это непростительно. Слушай, а сейчас же Костолом ходит, да? Фиг с ним, давай так сделаем. Барсик, живи. Живи, 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 родной мой. Сейчас я помогу тебе. Я тебе сейчас выручу. Все, будем его разбирать с тобой по-жесткому. Поехали, раз, два. Укусик. Ну, в принципе, все, он не жилец. Раз, так, поехали. Бам-бам, отлично. Крутим и забираем с тобой опять рыбу. Опять мы с тобой забираем рыбу. Ладно. Все, здесь мы на сегодня отыграли, что могли. Закрываем.
Тут у нас пак. Так, заберем шторморез, громыль и все. Шторморез и громыль, спасибо. Что-то как-то скудненько вы мне дали. Так, здесь у нас вот новички. Шторморез, костолом, крылатый ужас и все. Мало очень дают. Так, Барсик, а почему ты у меня стоишь, а? Скажи-ка на милость. А ну-ка быстро. Ого, блин, прикольный. Увеличивает награду в приключениях, серии испытаний. Особое умение плюс 8, серии испытаний здоровья плюс 81. Прикольно. Прикольно он смотрится, да? Так, а что же нам тогда еще делать? Так, мы хотели глянуть на события. Здесь, короче, нам остается 1 день 15 часов. А здесь... О-о-о, подожди-ка. Вот здесь нам остается, да? А здесь... И здесь 1 день 15 часов. Подожди-ка, ребят, нам нужно тогда вот это еще попробовать. Вывод разведки. А, оно коротенькое. Слушай, так надо проходить. Конечно, нужно проходить. И в конце, причем 300 конфет, ребят. Поехали. Раз, два, три. Мы как раз сейчас его должны, по идее, пройти, если получится. То есть за одну заходку. 5 энергии здесь всего нужно. О, блин. Это плохо, ребята. Тут у нас против нас идут стражи. Ну, ты видишь, да, зеленые? Фиг ты их нахрапом возьмешь. Особенно вот этого. Это же у нас древоруб, собственно, персоны. Угу. Любитель поджигать пламенем всех. Не тут-то было. И громорог тоже, кстати, зеленый. Две волны здесь у нас. Давай-ка понижение брони сделаем. Раз, атака. Плюс укус. Сейчас что-то будет, да? Ага. Подожди. Да что тебе? Да. Укус и добивка. Вторая волна, кто у нас там? А, два злобных змеевика, да? Или острокрылых. Вот что. Ну они синие, поэтому с ними быстро нам разобраться придется. Эх, с крита могли бы его убрать. Тыдыч, фаербол. Он еще и повышение атаки себе делает, прикинь. Так, мы этого минусуем. И что теперь? Наверное, вот так сделать лучше. Ай, не добили. Ну, ничего страшного. Все равно он наших дракончиков не подобьет. А мы его уничтожим. Ну вот, наше колесо удачи. А может быть, неудачи. Так, мы получаем загадочный пак. Сразу он, короче, полетел на почту. Плюс еще здесь забираем. Слушай, ну это неплохо. Забрали. Так, переходим сюда. Будем воевать сейчас за 1000 тусклого янтаря. Потом 100 рун. Ну, хоть где-то руны отобьем. А то нифига себе я отправил, да? Нашего дракончика за 300 с лишним рун в путешествие. Молодец. Ну. Так, здесь у нас душитель и... Давай так, наверное, сделаем. Это же этот... крылатый ужас, по-моему, да? Или как там его величать? На тебе. Ха, не попадает. Просто не попадает. Это классно. Крылатый ужас, по-моему. Так, заморозка. На тебе. Опа, кританули. Так, здесь у нас вот с этого начнем. Громыль пока посидит. Отдохнет чуть-чуть. Хотя он тоже противный. Фаерболы тут заряжать будет только в путь. А этот очень мощно кусает. Плюс у него, по-моему, пламя, если не ошибаюсь. Так. Добиваем. Ну, конечно, тут надо понижать броню. Всегда на страже. Да, не на страже, а вообще на любого дракона. Ох ты, вот это вжарил. На любого дракона, если ты хочешь его быстро разобрать, то применяй, естественно, понижение брони. Крутанем и заберем 50 миллионов дресины. Ну, это, конечно, не очень меня радует. А вот то, что 1000 тусклого янтаря забираем, это уже хорошо. Так, следующий поединок у нас ради 100 рун. Погнали. Так, раз, два, три. А у нас сколько там энергии, что-то я не посмотрел. Три поединка еще нужно будет сделать. Ага, здесь у нас драгур. И плюс пристеголовый. Если не ошибаюсь, вот этот, по-моему,
огоньком, а этот электричеством, да, у нас шпарит. Угу. Сразу же понижает атаку. Вот, посмотри на него. Такой маленький урон сейчас нанесли, я в шоке. Давай вот так, наверное. Опа, сразу же в топку его. А этот будет все равно бомбить. Трэш. Ну, ему, по-моему, кранты сейчас будут. Так, и добивка. Нормуль. Так, секундочку. Две волны. С этого начнем. А, на этого, наверное, продолжим. Рядом стоит... А, нет, это страж. Тогда нет. Тогда этого в первую очередь, этого во вторую, и стражу уже в последнюю очередь. Сейчас начнут буянить. Раз, удар. Ты кого? Ну что там думаешь, соображаешь 3 часа? Ну есть, еще офигеть. Он сразу же понижение брони сделал, да? И понижение атаки. Молодцы. Кританеть. Вот это я понимаю, кривоклык. Наяривать будь здоров. Блин, тут, конечно, туговатый парень. Он, наверное, все-таки уничтожит мне барсика. Нет, не уничтожил. Тогда мы уничтожаем его. Так, достается нам опять древесина. 75 миллионов. Окей, 100 рун в копилочку. Да, как раз вот у нас хватит один поединок и второй. Две энергии. 100 рун. 1160. Отлично. Фух. Так, это у нас кто? Мини-ботик, да, получается? Блин. Страж. Страж и синька. Блин, ну по идее надо начинать с синих. По идее. Поехали. Раз. Блин, вот, вот у них как начинается вот этот бзик их. Ненавижу, когда они начинают одного и того же бомбить. Вот. Лучше пускай так. Опа, опа, опа. Все-таки залепил баф, да? На атаку. Ай-яй-яй, что делать? Блин, я не знаю, как тут быть-то. Терпим. А этот-то сейчас, а? Ты глянь, что вытворяет. Блин, надо все-таки этого распетрушивать. Как мы долго вот здесь колбасим с тобой? Этого древоруба. Успокойся, а. Что вытворяет? Ну ты посмотри, а. Добиваем, короче, и остается этот один. Ох, сейчас пламенем жарит, да? Но, как ты видишь, мы уцелели. И барсика, естественно, барсика, ребят, нужно восстанавливать. Ой-ой-ой. Блин, не было печали, называется. А, они все фиолы. Блин. Как ни крути, этого нужно бомбашить. Потому что этот пламя жарит, мало не покажется нам. Эти-то ладно. Водорез и тройной удар. Фу, они мало... Почему так мало носят? По фиолетовым? Ну, по фиолетовым понятно. Так, тихо. Раз, два. Понижаем. Оу. Вообще снесли его к ядрене фени. Отлично. Так, мини-босса нету. Мы лишаемся, скорее всего, сейчас с тобой, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, укус. А, дальше. Так. Сейчас они вдвоем сходят. Нет, не надо кривоклыка. Твою налево. Блин, ребят, надо. Кто там будет ходить первым? Водорез, да? Блин, а мы его, может быть, так сможем уничтожить? Ну-ка. Попробуем. Есть. Ух. Погнали. Блин, тут пониженная броня, он сейчас уничтожит, скорее всего. Опа. А вот это вот, ребята, фортуна. Улыбчивая фортуна. Она, видишь, как повернулась ко мне. То есть он сам виноват. Он мог добить мне спокойненько, не напрягаясь, кривоклыка, но он почему-то решил покуситься на барсика. Вот тебе и результат. Давай заберем награды.
А это 125 миллионов рыбы. Так, и последний, заключительный поединок у нас. Это будет босс. Ну и что же нам тут выпадет? Какие дракончики? Давай посмотрим. Ух ты, ух ты. О, шепот смерти. Естественно, с него начинаем. Вот с этого хламона. Это даже не обсуждается. Раз, два. Так, поехали сюда. Сейчас делает ход. Мы сделаем вот так и добьем. Все. Так, это у нас фиол и синька. Фиол и синька. И что делают? Сразу понижает меня. Сразу понижает атаку. Здесь брони нету, здесь нет атаки. Что хочешь, как говорится, то и делай. Так, змеевик сейчас. Куда он будет бомбить? Понял. А ты? Продолжает, да, свою истерию. Сделаем, значит, так. Укус. Это пока мини-босс, ребята. Это еще не босяцкий. Я просто боюсь, как бы он... Ох, сделал суперудар, ребята. Но мы выжили, слава богу. Мы выжили. Я думаю, что мы его сейчас, наверное... А, нет, не получается. Не получается запинать. Отлично, что он переключился здесь. Добивка. И его... Ох, ё-моё. Опасный типок, ребята. Опасный. Да ну нафиг, это что за атака такая? Блин, придется с этого начинать. Так, слушай, мы сейчас этого, скорее всего, ушатаем. Блин, нифига. Ему нельзя тут раздухариться. Понимаешь, в чем дело? Стража, мы будем с тобой, наверное... А, у него, у этого стража отравление. Ё-моё. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ох, ёк-макарёк, ребята. Это жесть, что он сейчас сделал. Это жесть. Я боюсь, мы потеряем сейчас Кривоклыка. Слушай, как ни странно, не потеряли. Но вот сейчас, куда он вот бомбанет? Фью! Блин. Ну тут придется вот так вот сделать. Ой, сейчас жарит. Да, ребята, жарит он. Очень люто, сам видишь, да? Что он тут вытворяет. Так, бомбим. Бомбим. И залечиваем раны. Так, он остался один. Шансы есть, друзья мои, шансы есть. Особенно если мы на него повесим, знаешь. Ой-ой-ой, вот это вот не надо. Если мы на него повесим с тобой. А мы повесим на него с тобой сейчас слепоту. Придется, конечно, потратить вот это вот все. Но оно того стоит, поверь. Это в наших интересах. Лучше потратить один прилив сил, чем потратить своих драконов и потом начинать все заново. На тебе. Сейчас мы его тут распетрушим. С пониженной броней. Ой, как ему сейчас будет несладко. Ага. Продолжаем мочить. Так, раз, два. И добивочка. На тебе. Ну вот так-то. Сейчас заберем с тобой награду. И это у нас... 125 миллионов рыбы. Награду забрали. И теперь конфетки. Да. Ну что, ребята, сегодня мы прошли с вами одно событие, да. Ну и, как говорится, второе тоже мы должны с тобой допройти в следующей серии. Так, что мы хотели посмотреть по конфетам? Что у нас там? В данный момент, ну да, ребята, 6145 выше мне просто не получить больше. Блин, мне даже на глинопрядку не хватает, представляешь? Блин. Ладно, давай мы пока не будем тратить. А сейчас, подожди, в этом событии у нас конфеты разыгрываются или нет? Блин, нету. А как тогда быть? Где я могу вообще их получить? Там буквально чуть-чуть не хватает. Здесь нету. И здесь, а, здесь есть. Отправьте беззубика в путешествие 12 раз. А, так это не то даже. Победите хитрых драконов в схватке и получите 70 конфет. Но это надо идти на арену, ребят.
Да и то этого не хватит. Так, я хочу, у нас есть и пока есть рыба. Давай мы отправим с тобой ветрокрыло. Так, ветрокрыл, возвращайся и лети за железом. И пока у нас есть рыба, мы можем с тобой вот здесь кого-нибудь отправить. Лети. 225, да? Хватает. И этого чуть-чуть, да? Качнуть. Так, чтобы не стоял, мы его отправим за древесиной. Ну что, друзья мои, как-то так. Давай заберем награды и будем, наверное, закругляться. Так, монетки Одина. А здесь нам крылатый ужас, кревет, шторморез, малька ресурсов. Блин, нифига себе, классно выглядит дракон. Так, отказываемся и забираем. Подожди, зачем я древесину сейчас забрал? Фиг его знает. Давай-давай еще наборчик открываем. Кревет, лаварык и щейка. О как. Отлично. Так, и вроде бы все, ребят. Тут остается только лишь тусклый янтарь. Но он у нас вроде бы как стоит, да? На прокачку мы поставили, да, есть такое дело. Ну что же, тогда на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!